Видимо, игра и решила, что я через дьявола иду. Ну ладно. Почему бы и нет? Я же буду летать? Да, спасибо. А он умер! Потому что это долбоёб. Сейчас узнаем, действует ли BFF на этих блюбиков. Да, действует. Что с ними? Почему они дергаются странным образом? Не знаю, показалось, наверное. Как же хочется уже закончить этого персонажа сраного. Чё ж мне на нее так не везет-то? Полезные пилюльки. Да, у Евы должна быть половина сердца и один блюбик, не больше одного. Джейкобом было играть намного веселее, чем Евой. Ева абсолютно не веселый персонаж, абсолютно не веселый. Она сильная, но только до определенного момента. А потом ничего не остается, кроме как сосать. Когда блюбики начинают умирать быстрее, чем убивать, все, от Евы больше ничего не остается. Это по факту любой поздний босс. Сюжетный в смысле. Если в обычных комнатах можно более-менее разруливать, то на босса ты уже никак не придешь. Удачно. Канимба. Это будет работать так, как я ожидаю? Да. Вот что такое имба. Пошли в магаз.
speed. Не очень. Наверное, я работаю 120 вольт с листиком. Что мешает, я не знаю. Минус дамага. Не знаю, зачем мне часть гэппи, но я через дело пошел, поэтому да. Поэтому и взял. Подождите, любовники спавнят предмет? А, я перепутал с Хайерфантом. Ладно, неважно. Все равно с предметом не повезло. Хотя золотая пилюля. Там вроде полезные были. Я перепутал с Хайерфантом, потому что любовники тоже как бы два сердца спавнят. Хайерфант спавнит два костяных сердца. Почему я не могу брать сердце? А, у меня уже заполнено, что ли? Подождите. What? У меня же было костяное сердце. Ой, костяное говорю. А, любовники! Я вспомнил, что они делают. У меня сейчас нет красного сердца. У меня нет красного сердца. Я его отдал. Отличный проход. Я хотел пилюльку использовать. Ладно, не важно. Теперь все красные просто просрались. Я даже не знаю, сколько у меня сердец осталось. Твою мать, у меня столько их было. Я пилюльку хотел жать. Я просто использовал пилюльку. У меня столько миньонов было. Погнали. D6. Пакетик с урнами — прикольная штука. Удача. Зачем мне удача? Завтра утром на рассвете. Что это за говно? Так. Мне нужна часть ножа забрать. У меня хп появилось. У меня расстройство кишечника, и типа, а пользоваться им не могу, получается, да? То есть бомбы у меня все еще бомбы. Толку от него сейчас.
Оно рандомно, что ли, срабатывает? Ладно. Ладно, оно рандомно срабатывает. Тернал D6 мне сейчас ни к чему. Блин, а если оно рандомно сработает на красную какашку, вот будет весело. Ладно, я скоро заролюсь. Как только, так сразу. D10. Он может красную какашку кинуть, и мне будет очень неприятно. Или вот так сделать, да. Слушайте, мне не нравится этот предмет вообще. На обычном персонаже мне он абсолютно не нравится. Ты не контролируешь этот процесс, ты просто стреляешь и иногда кидаешь говно. Это ужас. Все, я здесь закончил. Уходим. Что за говно? Телепорт давайте сохраним. Это включи. IBS — это способность синего пацана. Пошли сразу туда. У меня вопрос, откуда у тебя такое высокомерие? Ты же никчёмный абсолютно во всех ипостасях. Не смешной, не умный, не интересный. Я посмотрел минут 30, и этот вопрос из головы не выходит. Ну, я думаю, единственное, что ты можешь сделать, это задать этот вопрос себе. Людей обычно волнует то, что они видят в себе. Если тебя это действительно так волнует, то повод задуматься есть. Да-да-да, я любовников применил. Так и получилось. Что происходит? Соя, тело крикета? Окей. Мне кажется, я это оставлю. Мне кажется, я это оставлю. Кстати, Десто не заролил мне активку. Вообще логично, Десто ведь все-таки тоже активка. Было бы странно, если бы оно ролило самого себя. Хочу ли я отказываться от этой мухи? Она хорошая. Если я буду с этим билдом... Да, опять своя у меня. В прошлый раз я ее взял просто так, а в этот раз она мне заролилась. Пошел отсюда! Ой, там еще одна бомба была. Так, ну здесь все в плюс, кроме шотспида и дальности, я очень даже доволен. Пошли отсюда. Можно отдать все монеты в автомат, но пофиг.
Да мне кажется, это изначально было копипастой. Я не привык к копипастам в чате. Нет, копипасты в чате пусть будут, Кира. Не это самое, не муть за копипасту, это весело. Как по мне, это наоборот как раз таки обесценивает сказанные слова и наоборот привлекают к этому больше юмор. Мне нравится копипасты. Задумывался ли ты, что если бы ломку не понерфили, была бы возможность закрыть почти все листы персонажей? Так как карта с вопросиком использует активные предметы, не уничтожая предмет. Предекс, спасибо за донатик. Я не думаю, что понерфив ломку, они что-то там убили с возможностью закрытия всех персонажей, потому что это все еще можно сделать. Просто другим путем. Причем не настолько и сложнее. Охренеть, у меня дамаг. У меня аж лагает. Настолько много прожекторов. Broken Watch. Я не буду ролиться. Я думаю, я с этим останусь. Мне нравится то, что у меня здесь происходит. Ты уверен, что закрывать семечки просто? Хороший вопрос. Я не занимаюсь спортом. На вагонетке ее без головы. О, серьезно? Я бы не заметил. Да ладно, что вы с ним спорите? Ну, типа, у каждого свое мнение, окей? Кто-то думает, что Влад Бумага интересный, да? Ну и пусть думает. Я такой абстрактный пример привел, да? У каждого свое мнение. Я уважаю его. Если человек думает, что я не смешной, ну, пусть не смеется, что. Его дело. Побузит и уйдет. Приспичило ему высказаться, ну. Значит, его что-то беспокоит. Собственно, я первый раз прочел это сообщение и сразу же ответил на него. Все, что нужно было сказать, я уже сказал. Вы уж сами там додумываете. Но мнение чужое все-таки уважать надо. Микропины еще здесь. Капец, весь пол в каплях вот этих.
D8. Я не думаю, что у меня плохие статы. Я думаю, как раз наоборот. Ау. Охренеть, билд хороший. Реально хороший. Так. D6. Не, ну если уголь будет, то я, конечно же, его возьму. Это, конечно же, не уголь. Вы думали, что до этого был хороший билд? Нет, вот сейчас будет хороший билд. О боже мой. Минус битрейт. Дайте я битрейт на стриме подниму. Он у меня обычно в безопасном количестве. 6. А нет, 8 даже. Давайте до 10 подниму. Judgment. Просто взорвись. Ты еще жив? Блин, мешок с этими, с кубиками. Офигенная штука. Это я возьму. Это мне очень сильно понадобится. Боже, минус битрейт, просто минус битрейт. Я имел в виду, чтобы закрыть все листы всех персонажей за один забег, кроме Биста, Мега Сатаны и Грида. Но если это возможно, может, как-нибудь попробуешь? Я не хочу это пробовать. Спасибо, Далекс. Я это не хочу пробовать, меня это не интересует. За Кайна это возможно. Спасибо. Забавно, что из-за количества черных дыр они даже особо не мешаются, как обычно это бывает. Больше тирзы. Обосрался. Да что? Серьезно, что ли? Собирай. Ладно, пошли сразу.
Это ее штырит прямо. Дамагу берем. Телепорта у меня нет. Что на босс раше? Не, ну тут $3 так-то. Хочу ли я босс раш проходить? Босс раш будет веселым. Босс раш будет очень веселым. Надеюсь, не крашнется. У меня сейчас какие-то флешбеки с прошлого забега с сердцем были. Чувствую, в этом забеге будет краш. Блин, надо их сложить вместе. Так, я что-то увлекся, и у меня хп нету. Постоянно забываю, блин, следить за здоровьем. Ой-ой-ой. Вот это вот опасная штука. А что? Класс. Локдаун. Вис. Гвоздики. Телепорт. Ну, сейчас уже поздно как-то, мне кажется. Осторожно с огненными слезами. Оп. Вот такого я еще не видел от Пина. Он там два сальто сделал в воздухе. Окей, тентакли — это полезно. Можно мне дальность вернуть? Ах ты ж паучок. Уходим. Мастер по покраске полов. Символично. Блин, у меня до 20 было на эту комнату. Ну ладно, пофиг. Капец, просто ни хрена не видно. Больше терзы.
блин. Понимаю, понимаю. Так. Треснутое сердце. Оно не позволяет мне собирать ХП. То есть у меня максимальное ХП сейчас 11 сердец. Вместо 10. Ой, вместо 12. Можно мне открыть этот сундук? Косы сои такие милые. Спасибочки. Привет, Евангелион фан. Как мне альтернативная Ева? Она прикольная, если билд прикольный, но если билд говно, то все кажется еще хуже. Насчет кого-то я уже и так выражался, не помню насчет кого. Она типа домножает проблемы, но также домножает и преимущества. Сейчас бы детонатор, который слезы взрывает. Блин, это было бы, конечно, да. Это было бы интересно. Вытянул карту. Того стоит. Фига себе, сколько пауков, в смысле? What? Разве у меня есть какой-то источник? А, это $3 сработали, ничего себе. Жестко. Йоу. Так, закрывание всех персонажей на все листики за один забег куда эффективнее для твоего спидрань плана, потому что такой забег займет не более 10 часов. Удачной игры. Спасибо, Далекс. Я отказываюсь так играть. Одно дело проходить все, другое дело чизить игру и ломать ее к чертям. Типа, а какой смысл вообще играть, если ты можешь за один забег все закрыть, за всех персонажей, все концовки? Ну, не все концовки, там некоторые нельзя закрыть. Но все же, ну это тупо. Я не принимаю такой способ игры. Это читерство. В маленьких масштабах это, конечно, интересно. Типа, там... превратиться в лоста, там за него завершить грид и так далее. Но в больших масштабах это просто глупость. Это не то, как я бы предпочел играть. И мой план рассчитан именно на такой стиль игры. Если у вас есть желание проходить с чизами, с такими жесткими обузами, то пожалуйста. Но
Вы тогда уже сами свой план составляете, если вы такие умные. За донат спасибо. Лол. Никогда не видел, чтобы таран останавливался. Я остановил таран. Офигеть. Стоп-вач, конечно, да. Молодец. А где слезы-то? А слезы-то где? Слез-то нету. Это было странно. Ну чё, Little Claude открыт. И Ева закрыта. Наконец-то. Наконец-то она закрыта. Она не сможет двигаться, если таранит листик. Забавно.